Данное видео предоставлено сайтом online.gdz.net. Unit 4, секция Homework, домашняя работа, упражнение 16. Imagine that you are a doctor. Try to be a good doctor. Give some instructions to your patients. Use the words in two boxes. Представьте, что вы доктор. Постарайтесь быть хорошим доктором. Дайте рекомендации вашим пациентам. Используйте слова из рамок. Example, например, if you have flu, you should stay in bed. Если вы загрипповали, вам следует оставаться в постели. Переведем выражение из первой рамки. Have a headache. Испытывать головную боль. Feel sick. Испытывать тошноту. Have temperature. Температурить. Have a cough. Кашлять. Have a backache. Испытывать боль в спине. Have a toothache. Испытывать зубную боль. Have a sore eye. Испытывать боль в глазу. Вторая рамка. Don't watch TV. Не смотрите телевизор. Take your temperature. Измерьте температуру. Give up food and drink much water. Откажитесь от еды и пейте больше воды. Take medicines. Принимайте лекарства. Drink hot milk. Пейте горячее молоко. Visit a dentist at once. Посетите стоматолога сразу. И stay in bed. Оставайтесь в постели. Составим предложение. If you feel sick, you should stay in bed and take medicines. Если вам плохо, вам следует оставаться в постели и принимать лекарства. If you have a headache, you should take your temperature. Если у вас головная боль, вам следует измерить температуру. If you have temperature, you should give up food and drink much water. Если у вас температура, вам следует перестать есть и больше пить воды. If you have a toothache, you should visit a dentist at once. Если у вас зубная боль, вам следует немедленно пойти к дантисту. If you have a sore eye, you should don't watch TV. Если у вас болит глаз, вам не следует смотреть телевизор. Окей, упражнение выполнено. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группу в социальных сетях.